быть может. Компания «Истогрупп», Петрук Сергей Сергеевич, хотел бы вам представить такой продукт компании «Пиво-3», которая представлена в виде блейд-сервера. В данном случае это минимальный объем пространства и несущий в себе информацию. Что такое «Пиво-3»? «Пиво-3» сориентирован на хранение, архивацию и восстановление данных. То есть в наше время растет объем информации, мы хотим его больше хранить, есть особо важные моменты, и мы обращаемся к подобным системам. Данная система реализована на, как я сказал уже, на Blade-сервере системы Dell. С полной резервацией, частичной или полной резервированием, так скажем, оборудования. Это блоков питания, процессоров, оперативной памяти, винчестера. В данном случае представлен Blade, несущий в себе 4 винчестера на 8 терабайт. Вот. Причем данная система позволяет не только хранить, но и, как я уже сказал, восстанавливать данные. То есть используются винчестеры системы SCSI и поддерживается функция горячей замены. То есть при изъятии винчестера ничего с ним не произойдет. И в случае того, если он, как говорится, упал, мы ставим новый. Происходит перезапись винчестера 2 терабайта в течение 30 минут. То есть информация восстановлена, наша система действует дальше. Нет, так бы сказать, психологической угрозы компании, лицу и так далее. Компания Pivot3 предлагает данные винчестеры, данные сервера, а также серверы до 12 терабайт, стекируемые до 12 штук в стек. И расширяем до 248 терабайт в блоке. В принципе, компания Pivot3 представляет, компания Истогрупп реализовывает все вопросы, связанные с обслуживанием, реализацией, продвижением и объяснением принципов технической работы. В принципе, все.